Здравствуйте, казахстанцы! Сегодня я пришла в гости к марокканскому семье. Буду готовить кускус, вам отправлять блюдо на традициональное блюдо кускус. Кидира бехер хасна, кушимзьен бехер, люма кускус. Люма на жити бешуфу кускус, бешля иля дели шуфу, кефеш собу кускус. Вот, видите, сейчас мы будем готовить из мабенч, вэлю. Из овощей будем готовить кускус. Вот в большой кастрюле есть это самое лук, жарит лук на масле и ложит туда это называется джаш. Джаш по-мароккански это есть чикен. Окей? Чикен. Я уже забыла на русском. Вот. Туда мы добавляем куркуму. Видите, куркума какая? Туда добавляем скинжибер. Скинжибер еки? Скинжибер. Это джинджовер. Вот. Потом туда перец черный. Потом туда соли по вкусу. Вот. Потом мы туда добавляем одну ложку. Это пудра из, как называется, лук. Она такая сушеная и на миксере, чтобы вкус дал, хороший вкус дал. Вот. И туда можно добавить еще немного карфа. Карфа это канель, канеля. Вот все размешиваем хорошенько. Вот, хорошенько приготовили это самое до золотистого цвета лука. И туда ложим помидор натертый на терке. Видите? Вот. Там где-то 4 помидора. Потому что это готовится на большую семью. Вот, видите? Вот смотрите, это кускус, да? Вот это тоже большая посуда, на глубокой посуде. Кускус туда ложим, кускус, и размешиваем немножко маслом, растительное масло, видите? Размешивайте хорошо, чтобы вот это масло прям все, весь кускус это взял. Вот, потом добавляем воды. Вода нормальной температуры. И прям вот так вот размешиваем воду, чтобы она прям питалась, эту воду. Чтобы кускус питался в воду. Вот так готовится кускус. Видите? Вот. Размешивайте хорошо. Вот сейчас мы ложим овощи. Овощи это из нас называется здесь, как по-нашему, это я не знаю. Вот видите? Поэтому по-марокканскому лефт. И морковка, и вот это вот сухая, как называется, вот это горох, типа гороха, я не знаю, как по-русскому называется. Вот, смотрите, теперь мы все это ложим в эту кастрюлю, где есть наша курица. Вот. Вот. Потом туда заливаем воду. Горячую воду уже приготовленную. Вот. И все. И закрываем. Затем вот кускус у нас набух на этой воде. Вот. Берем этот кускус. Вот он уже впитался в эту воду, где мы заливали до этого водичка. Вот. Ага, вот все ложим в кускус, кускусницу. Это вот такая посуда, кускусница называется. Она там внутри дырочками, внизу с дырочками. Это как у нас мантоварка бывает. Вот здесь вот кускусница. Это традициональная кухня. Это именно жмя, сегодня жмя, пятница, они готовят в основном это блюдо. Кускус называется. Как у нас в Казахстане, бешбармак. Да, традиционально. А здесь я кускус. Вот, видите, все ложим в эту кускусницу. Так, и все, и
ложим сверху этой кастрюлы. Видите, кастрюля, она вот такая вот. Кускусница называется. Внизу, внизу первый этаж, это вот это все из овощей готовится. А сверху кускусница, чтобы парилась она. Кускус должен париться. Вот. Да, теперь это мы оставляем готовить на 1 час. Вот, в одну кастрюлю, в другую тоже, нарежем много лука, 5-6 лука здесь нарежем, туда ложим карфа, карфа это тоже традициональная канель, туда ложим это изюм, видите, изюм, туда ложим ложку перца черного и куркума, вот, и немножко соли, и немножко тоже сахара. Вот. Видите? Сахар. И все. Вот это все тушим. Немножко туда наливаем немножко воды всего лишь. И протушиваем его. Она должна тушиться. Вот. Вот видите, воду заливаем. И все. Сафи хасна. Вот. И закрываем. Пускай она тушится. На очень медленном огне тушится. Вот, потом вот этот называется тоже гра. Гра есть зеленый, и гра есть тыква. Тыква такая. Это как у нас, не знаю, как называется это по-русски. Вот. Вот этот овощ ложим. Вот. И потом вместе с этой овощью ложим тыкву, видите, тыкву, потому что это она быстро готовится, его надо только в конце уже ложить.